Президент России так и не прибыл на саммит в Гамбурге. Его текущее местоположение неизвестно, и никто не знает, как это скажется на мирных переговорах. Похоже, Макаров сделал свой ход. Если он вернулся в игру, он хочет, чтобы об этом все знали. Где начнем охоту? В Африке. Макаров использует местных боевиков для перевозки грузов в Сьерра-Леоне. Оттуда они через Марокко идут в Испанию. Он идет на север. Прямо к порогу Ее Величества. Что это за груз? Я не знаю, но он для него важен. Он нужен мне. Можем подобраться по реке. В лагере есть фабрика, возможно, они хранят грузы там. Но эти ополченцы учиняют геноцид в горах уже много месяцев. Они будут повсюду. Макаров не допустил бы этого, не служая на какой-то важной цели. Скорее всего, ублюдок будет там, чтобы следить за всем лично. Если он снова в игре, значит, мы тоже. Крайней деревни. Понял. Подберу вас через час. Фабрика уже недалеко. Груз Макарова должен быть там. Не шумим. Пошли. Не высовывайтесь. Здесь повсюду ополченцы. Соу, постарайся на этот раз не поймать пулю. Лучше о себе побеспокойся, старина. Транспорт на подходе. Ложись. Все мертвы? Почти, но не все. А где остальные? Неделю убили Адамса. Двое на 11 часов. Сними их. В кабинеты прямо во время переговоров с очередными иностранцами. Фараби на него даже не посмотрел. Сразу пальнуло два раза. Чисто. Они беднягу живьем сожгут. Закроем их, пока они его не спалили. Давай, Юрий. Сними их! Идем! Вижу врага. Не стрелять, их слишком много. Только не наломайте дров. Тебе никто не говорил, что ты сукин сын. Но твоя жена меня любит. Постойте. Чисто. На мосту еще двое. Надо их убрать. Подожди, пока проедет грузовик. Вали их! Идем!
Займи позицию на крыше и прикрывай нас. Враги, 5 метров. С запада идут двое. Сними их. Выдвигаюсь. На дороге еще один патруль. Сними их побыстрее. Иду. Прорываемся. Чисто. Чисто? Да здесь вообще ни души. Николай, фабрика — это тупик. Макарова не видно. Должно быть, он переместился в штаб ополченцев в центре города. Идем туда. Внимание, у нас гости. Нас заметили! Лучше бери калаш. Чисто. Сюда! Идем! Юрий, сюда! Кажется, они знают, что мы здесь! Нам важен только груз Макарова! Открывай! Техника прямо! Юрий!
У них на башне миномет! Дури, мочи, уродов! Готовы. Нам направляется крупный отряд ополчанцев. Значит, устроим им теплую встречу. Юрий, миномет на крыше твой. Начинай обстрел! Лови по ним из миномета! Вот она, две единицы техники и отряд пехоты. Открой их! Все цели в деревне считать врагами. Если кто-то шевелится, открывай из миномета. Продолжай стрелять! Думаю, хватит! Выдвигаемся! Надо добраться до церкви. У нас мало времени. Сюда! Живо! Врываемся к церкви!
дело. Отсюда. Как думаете, что забрал Макаров? Вот найдем гада, сами у него спросим.